Всем привет. Мы выезжаем с работы. Пятница. Под град. На улице град пошел. Он по капоту бьет. Посмотрим, какая будет обстановочка на дороге. Все везде тучи. Погоду передавали плохую. Посмотрим, как пробки, как что. И заодно посмотрим, сколько ехать до дома. Так, надо нам сбросить одометр. Все, посмотрим, сколько километров. Град не прекращается. И заодно по времени посмотрим, сколько будем ехать. Время без 20 час дня. Фонарные столбы моют. Сначала пеной, а потом керхером. Сейчас пробочки стали небольшие. Проехали 8,5 километров. На МКАДе встали. Едем по МКАДу. Грубо говоря, по самой длинной дороге домой. Вот и посмотрим, сколько километров. Вот еще столбы моют. Фонари, фонари. Да, что-то масштабно взяли, да? Да, смотри, сколько. Это, наверное, как 1 мая. А, это завтра субботник, что ли? А, ну да, сейчас будут убираться все везде. Едем по МКАДу. У нас пробка рассосалась. Теперь пробка с другой стороны. Все стоят до той же развязки, до которой стояли мы. Только с другой стороны, да? Только с другой стороны. Река Яуза проезжаем. Эти Трехлавское шоссе, значит, рядом, да? Да, да. Ну да, Мытища проехали. В общем-то, погода нормальная, плюс 15. Едем мы уже почти час, проехали 25 километров. Нормально за час, да? Хорошо, еще дождя нет. Хорошо, дождя нет. Посмотрим, что дальше будет. Вроде как облака-то это. Ночью проехали все. Ну да. Они все в зеркале. Вон сзади, смотри, покажи сзади. Короче, потихоньку едем, а нет, автофора. Движение. Едь не хочу. Едем, да, домой. Но мы с работы, мы... А они тут куда все едут? Вот, они. Они тоже домой, только в другую сторону. Блин, они тоже все отпросились? Или почему? Почему они тоже едут? Ну да, время пол второго. Время только пол второго. Пятница. Ну, пятница, ну вот. Все начальство едет. Да, на газельках. Да, очень странно. Что-то мы тоже стоим. Ну, не хотелось бы. А вот Ярослав, да? Смотри, там что-то люди говорят. Что-то там случилось. Нет, а, нет, это, наверное, расставляют. Моют, сейчас будут мыть, наверное. А, он убирает, красавец. Они, наверное, мыли в преддверии праздников. Вот такой вот МКАД. Ну, некоторые не ездят на МКАД. Ну, да. МКАД покажет. Ну, да. Ограничение 100 МКАДа. 110, нет? 100, да, всегда уже. Раньше. А, 110 Новый Рига. Раньше МКАД был 110, но сейчас все 100 сделано. И опять же, та сторона МКАДа. У нас тут 10 машин, а там 110. И вот куда все?
надо в клее. Я отпустил. Ну, опасно, опасно, но лучше не рисковать. Ну вот МКАД до сих пор все стоит, та страна. Вот мы тоже стояли все это время. Ну стоят большинство-то, конечно, не за аварии, но хотя вот по той стороне была сильная авария, там «Газель», 4 машины. Две аварии было. Да. И моют, вот, столбы фонарные. Ну, наверное, вот эти, как их назвать-то, уйди, «Газель». Парапеты, наверное, вот эти все моют. Все-таки от соли, от зимней. А до этого было вот с нашей стороны вообще, вот, который вы видите, вот этот бордюр, вот, было там, когда позади. Его меняют, естественно, на другой. Так, хороший такой же бордюр, гранитный. Сейчас новая мода, 2021 год. Там новые, рестайлинговые бордюры, вот тоже их надо все поменять в срочном порядке, как обычно. Ну да, всего лишь 1.5 миллиарда. Все, приехали. Недолго мы радовались. Что-то началось скопление. Видишь, начальство мне каска белая. А, ну да. Хотя сейчас каски белые всем выдают. Не только начальство. Да, что-то нас дождик преследует. Никак он задевает нас. Км проехали. И уже устали, блин. Да, я считаю, только выехали. Ну да. Смотри, супер универсал. Где? Офигенный, смотри. Где, с какой стороны? Вот за газелью. Супер универсал. Как всегда. Ух ты, какой, блин. Ну-ка. Нина, Opel, давай проезжай. Да, ой, блин, мечта. Угу. Да, сарайчиком, блин, вообще. Супер. Вообще. Еще супер. Супер. По месту, прикинь. Блин, там такой багажник, наверное, огромный. Да даже не в багажнике, там в салоне огромный. Да, на дальняк. Вообще. Самый милый дело. Вот они, Крета. Новенькие. Ждут своих обладателей. Ух ты! Ой-ой-ой. Ну да, что такую погоду. Здесь сырой, наверное. Да, движение немножко затруднено. Ну вот сколько мы едем в пробке такой? Как бы. Ну мы выехали без 20. Ну да, время 39. Так, и 40 километров в час мы едем, вот. Магазин, в который не зайдешь. А-а-а. Без карты. Да. Нет, там разовое оформляют, бывает. Можно. А так, конечно, нет. Сейчас съезд скоро будет. Да, что, асфальт новый? Ой, асфальт. Асфальт новый положили. Ну и едешь тихо, да? Да. Поэтому шумно. Да. Заметил там, да, правда, тишина была. Вообще ничего не слышно было. А здесь тихо. Шум, гам. О чем это говорит? Качество. Инновации, технологии. Горьковское шоссе. Такой же коллапс, как и на МКАДе. Все едут в область. Дачка. Огурец выращивать едут за все лето. И вот смотри, мы это видео записываем, да? А по-моему, люди будут гулять теперь с 1 по 11 мая, ну, по 10 мая включительно, 11 всем на работу. Хорошо, провод не будет. Да, представляете, 10 дней в Москва, по сути, вся будет пустой. Можно поездить куда-нибудь, да? В цирк аварии. Там. Ой, аварии, блин, 1.5 полосы. Вот в чем дело. Да?
хрен, ты вот смотри, вроде тебя не пропускают, зато мы двоих уже пропускаем, да? А нас никто не пропускает. О, видишь, как он? Блин, смотри, смотри, смотри. Чуть-чуть он это. Не задел фура. Чуть-чуть прям вообще. Блин, а, ему повезло. Прям жестко повезло. Ну так и бывает. Кому-то везет, а кому-то не везет. Блин, видал, он вот так от него проехал, еле-еле. Ну да. Ну говорю, кому-то, видишь, повезло. А он бы не успел, он не успевал просто тормозить. Да, он разогнался, конечно. И никого не пропускать. Он, видал, куда залез в левую полосу. Да. Быстрый девчик. Вроде бы самый трудный, а это спуск, мы прошли. Просто неправильно сделана развязка. Да? Ну, почему? Клеверная развязка, она не функциональна для такого количества машин. Потому что нам надо съехать, а им нужно заехать. Ну да, вот это вот фигово, конечно. И получается, что вот так вот фигаешь. Да. На перекресток друг к другу. Обочинники полезли на Range Rover'ах. Сейчас еще будут. Lexus L, Volkswagen. Надо фуром здесь ехать, чтобы перегородил и все. Ну да. Я не смогу перегородить. Я если вправо дам, они ну вот сюда будут выезжать, на мою полосу просто и все. Да? Ну да, да, конечно, считаю. А так едем, проехали 62 километра за сколько там? Почти за 2 часа. 14.27. 10 минут, 2 часа будет в пути. 60 километров пройдено. Давай сделаем поближе, сейчас вправо чуть-чуть, по ямам. Зеркало мне оторвет и все. Доездился. Нет, в ямку он свалился. Что, девчонка там? Кого только не увидишь. Ну, да, вот за них стоим, вот так вот залазит, влазит. Да, светофор тоже красный, и она залазит. Не пропускали бы, да? Ну, все стоят. Заеду сейчас вперед всех. Проехали 119 километров, ну 120 километров, да, за время 15.40. 3 часа ехали. Вот 3 часа 120 километров едем. И это мы еще не доехали. Нам еще ехать примерно 100 километров. 600. Ну, да, около 60, да. И получается 180 километров до дома примерно. Но это мы узнаем точно чуть попозже. Так что... Сейчас налево поворачиваем, справа салоны будут, а и заправки я буду, заправку заехать, и на заправку заеду, вот заправлю до полного. Побалую ее, накормим машину, она нас возит с работы на работу, не дадим ей умереть с голоду. Чем ближе к дому, тем лучше погода, уже солнышко выглянуло. Не тучек. Пробки рассосались. Ни машин, ни туч. Даже облака рассосались. Уже все рассосалось. Уже едем вон. Можем себе позволить быстрее ехать. Так что... Ого! 120. 120 идем. Хорошо. Трехзначные цифры пошли. Ну а что? Прямая. Дорога хорошая. О, мил дело. Рулишь, кайфуешь. За рулем, как это, управляй мечтой. Проехали уже 143 километра, время 16.05. Ну, за 3,5 часа. Ну, на заправку заезжали еще. Ну, 5 минут на заправку. Ну, на заправку заехали один раз. Получается 3,5 часа, 140 километров. Ну, сейчас до дома осталось, сейчас быстро проехали. Ну да, здесь другие километры. Сейчас прямая, и мы дома. Сейчас будем обгонять Honda CR-V. После поворота. Она не одна.
1,8. Слышишь, Андрей? Сейчас давлю сидеть. Когда сейчас было? Да. Смотри, сейчас едет. Опа. Ой. И пошла, родная. 120, 140, 160. Пожалуйста. Да, вот здесь вот в области, вот 100 километров там, если ехать, к примеру, да? Ну, брать ровное такое кольцо. За час доедешь. Ну, да. Вообще как? А мы ехали 100 километров 3 часа. 3 часа, да. 3 часа. Да, если мы сейчас здесь поедем 100 километров, то мы его за час проедем. Да, по Москве, конечно. Смотри, мы едем 140. Да. И его догнать не можем. Ну, Акура едет спереди, догнать не можем. Это же Honda, да? Акура. А-а-а. Акура вообще, это одноклассники? Ну да. Наверное. Японец, наверное. Это японец Акура? Нет? Ну да, я думаю, да. Ну, название японское как-то вообще. Акура. Акура. Акура! Это американский японец. Как русский американец Рой Джонс, да? Ну так, Депардье русские, вот эти все, да? Да, Депардье русские. Да. Россиянин. Видно, жительство дали. А тебе еще, чтобы... вот смотри, ты не брал никакого, да? То есть я гражданство не получал. Если бы я захотел получить, я бы не получил. Да, тебе бы не дали. На Депардье за 3 дня получил. Угу. Без очередей. Все просто. Теперь он может быть депутатом в Госдуме. Да, теперь может, да. Тебе, живя в России и родившись здесь, извини. Еще докажи, что ты родил. Извини, но увы. Да. И ах. Работайте, да, сэр, до 65. А там, гляди, до 67. У нас прожиточный минимум увеличился, возраст, я имею в виду средний, до 78, что ли, сказали. Представляешь? 65 до 78. То есть мы стали жить дольше. То есть можно же и пенсию поднять теперь. Естественно, если дольше живем, то... Угу. Стране невыгодно, да? Конечно. И выгодно, чтобы молодые были все всегда. Ну да. Да, погодка. Сколько градусов-то? 18. 18 градусов. Отлично. Мы ехали, было 11. Да. А здесь, правда, солнышко, небо более-менее... Ништяк. Но здесь дождя не было, это 100% все сухо. Ну да, да. Выехали, был град. Да. А всего лишь, да, 150 километров и совсем другая погода. Природа, просто погода. Приехал и на шашлыки пошел. Ну да. Град, метель, ураган был. Думаешь, поеду домой, на шашлычки схожу в лесок. Ну да. Солнышко. Вообще, комаров нет еще вообще пока. Ни одной тучки нет. Ну я и говорю, это такие, это даже не облака, они такие, как пыль. Это называется перистые облака. Какие? Перистые. Перистые облака? Да? Я знал, ты что, как ты, я не знал. Вот так вот мы добираемся до дома, с работы. В принципе... Всегда, но не дорог. Можно по разным дорогам, в принципе, ехать. Но это вот одна из длинных. Не, самая длинная. Это самая длинная. Это самая длинная дорога до дома. Справа чисто. Угу, чисто. Практически доехали. Осталось буквально километров, ну, 3, там, 5, я не знаю. В общем, получается около 180 километров до дома. И расстояние это мы преодолеваем
вот за 16.40, грубо говоря, это 4 часа мы ехали. 4 часа до дома ехали 180 километров. Так что вот так вот, на такой удаленности расположена работа. А куда деваться? Ничего не поделать. Едем. Андрюха выспался, пока ехал. Любой выспится за такое время, да? Ну да. Ну, в общем, вот такая дорога получилась у нас. Всем удачи и пока. Маши, пока-пока. Пока-пока.